Здравствуйте, ребята. И да, сегодня я вам рассказываю о том, что у меня теперь есть пони Креата. Мне он, наверное, и был, я его не замечала в своих папках. Но надеюсь, вам понравится то, что я буду снимать по пони Креатору. Простите, что у меня такой грустный голос. Вот. И вот. Secondary Core, Primary Core. Если хотите такую перса создать, вот мои параметры. Раз, два, три, четыре. Четвертый вот зеленый магазин. Ножка нет. Какие он, как вы видите, зеленый магазин. У меня крылья пока сложные, но вы можете. Вот у нее такие вот крылья. А если она летит вот так вот, можете с крылья соединять. Именно эти, что зеленым горят. Вот это вот летунка. Дальше глаза. Вот, вот такой вот у меня зеленый обведен. У меня простая морда. Не хочу, потому что здесь какие-то страшные. И все остальные пацанские. Все остальные пацанские морды. Если добавили много морд для пони. Конечно же, у меня простой единорожек. Куда я тащу? Глаза вот такие вот красивые. Зрачок обычный. Глаза у меня такие вот. Вот такие вот. Голубые, красивые. Может, конечно, посветлее тебе надо сделать. Вот. Где? Вот можно посветлее. Ну, видимо, как в параметрах. Ну, и сизый мне полностью на 100. Так вот не хочу. Примерно как-то, как вы хотите, но не на 100. Так, ну. Косичку у меня любые можете ставить. Если нельзя, не буду делать параметры. А вот другой также. Ножки вот такие вот белые. Вот такие вот можно. Штучки. Да. Сейчас я заполню. Ушки также у меня обычные, здесь у меня все обычное, кроме веснушек. Флоры. Реклекс. А вот любой можно параметрами делать. И раздолгу можете делать. А я пока сделаю вот так вот. Дальше прическа. У меня особо нет никаких. Окей. Такой вот. И у меня такая вот синяя херня. Нет у меня ушел. Никаких.
одного цвета. Ну и так неинтересно. Вот такой вот цвет интересный. Ну, значит, голос без полосок всяких. Прическа у меня где такая вот, где. Ну, вы такие, такой можете найти. Вот. Вот такая. Хвостик вы можете также найти. Ой, последний, наверное. Ой, куда? Вау. Вот. Хвостик. Хвостик, барбостик. Где тут этот хвост? Ой, я не могла. Блин, теперь придется мне искать заново хвост. Нашла я. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Если вы увидели, когда я пропускала, то вы молодцы. Цвета же такие же. Мой цвет. Можете любой оттенок найти светлого. Вот, к примеру, такой. Сейчас я пробую. Он такой тоже пойдет, только немножечко, немножечко. Совсем. Совсем чуть-чуточки осветлить нужно вам. Вот так вот. Так вот более красивее, потому что светло. Тату у меня нет никаких. Что будет поставить? Вот, да. Ну, это все детские, всякая фигня. Но музыкально, поэтому вот такой вот тату поставим. Финиш у меня поза вот такая вот. Вы можете любую позу. Ну, на начале у меня такая вот поза. Такая вот, как будто на пум-пум-пум-пум. Такая вот поза может быть, возможно, была в игре Pony Creator. Мои видео. Но это уже отдельное. А. Сейчас подождите. Все. Здравствуйте. Почему-то я второе видео какое-то снимала. Да. Я постаралась побыстрее, чтобы не выключился экран, и чтобы не запись не кончилась. Что за поза вообще? Самое плохое, что здесь нету позы ходьбы. А, why you running? Why you running? Арам-самса, для фоточек. Давайте посмотрим приколочки. Потом доделаю, ребята, ну просто параметры. Пока, до свидос, всем адиос, амигос.